Православные верующие готовятся к Пасхе. В этом году она выпадает на 24 апреля. В Минсельхозпроде Московской области посчитали, во сколько обойдется праздничный кулич и яйца в регионе. Например, в сетевом продуктовом магазине цена обычного кулича весом 400-500 граммов начинается от 290 рублей. Если делать на заказ с индивидуальным оформлением, то придется заплатить по 100 рублей за каждые 100 граммов. Вес выбираете сами. Если хотите испечь самостоятельно, рассчитывайте на 550 рублей за кулич. Импортный пасхальный кекс меньше, чем за 1000 уже не купить. А вот на пасхальных ярмарках, уверяют власти, можно приобрести русский кулич и за 150 рублей. Десяток яиц сейчас стоит в среднем 85 рублей, хотя обычно накануне Пасхи цена вырастает на 5-10%.